Всем привет! Сегодня приготовим домашнюю приправу из лука. Лук нарезаем на тонкие полукольца. Выкладываем на пергамент и ставим в духовку на 80 градусов. Дверцу духовки оставляем приоткрытой. На сушку уходит примерно 3-4 часа. Зависит от количества лука и особенностей вашей духовки. Лук периодически перемешиваем. Готовому луку даем остыть. На данном этапе можно сразу размолоть его в блендере. Пересыпаем лук в сухую баночку или мешок и храним на полке с приправами. Домашняя приправа готова. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!